Магнитка вывела шайбу из зоны. 4:15 до сирены об окончании уже второго периода. Длинная передача, Плэт. Бросок Плэта, Кошечкин отбивает! 1-1! Джефф Плэт был не один, и он знал это. И бросок Плэта, это как раз бросок не из серии «Живот». Это бросок для того, чтобы заставить голкипера отбить. Нечем поймать было Кошечкина, только отбивать. Опять же, очень быстрая контратака, длинная передача из собственной зоны на Плэта. И Плэт после броска, действительно очень грамотный бросок, эту передачу. Этот бросок можно было только отбить, и Василий Кошечкин это сделал. На первой на добивании Максим Марин. В предыдущем матче он заработал свое первое очко в плей-офф континентальной хоккейной лиги. На это потребовалось ему 32 игры, и это была результативная передача. А сегодня он забрасывает свою первую шайбу, точно так же, как и Тимкин в розыгрышах Кубка Гагарина.